कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारकः निस्पृहो सर्वतो सिद्ध्यो सर्वविद्या विशारदः सर्व संशयो संश्चित्त अनलस गुरुराय गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल Гогуди Гуштипади Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что не поняв Гуру Таттву, если мы не утвердились в Гуру Таттве, мы не можем начать наш баджан. Гогуди Гуштипади Шишила Прабхупад сказал, you cannot start your Hari Bhajan. Если вы не утвердились в Самбандхагьяне, то вы не сможете начать Хари Бхаджан, поскольку не утвердившись в Самбандхагьяне, как можно начать Бхаджан? Это будет что-то похожее на Бхаджан, но не настоящий Бхаджан. Бхаджан Абхас. И вот в начале всего мы должны помнить, что Шрила Прабхупад сказал, что любой татвавид, любая самоосознавшаяся себя душа, куда бы она ни смотрела, на любое живое существо, он, или вообще на какие-то вещи, явления, он всегда думает о конечной цели, о результате. А обусловленные души, они всегда заняты наслаждением. У них есть дух наслаждения, и они следуют ему. И вот души, пребывающие в обусловленном состоянии, у них есть склонность к наслаждению в той или иной степени. Они не могут избавиться от этого. И вот, куда бы они ни смотрели, то у них есть такая склонность к наслаждению, связанная с их, видением. Но таттва-виды, они, если смотришь на кого-то или на что-то, они о чем же они думают? Они думают о последствиях, о результате. И вот обусловленные души, у них всегда есть склонность к наслаждению. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, мы должны думать о результате, о том, что будет в итоге наших наслаждений или вообще чего-либо, паринам. Паринам ведь на санскрите это называется. То, о чем мы думаем, что мы говорим, мы должны думать о последствиях, о результате, конечном итоге этих явлений или вещей и всего прочего. И поэтому иногда я жестко говорю о чем-либо. Это не из-за злости, а из-за того, чтобы принести вам благо. Например, если кто-то едет во Вриндаван, это для них это наслаждение, и кто-то едет в Гималайи, это тоже материальное наслаждение. Но вайшнавы, чистые вайшнавы, таттвавиды, куда бы они ни ехали, о чем бы они ни думали, они всегда думают об этом в связи с Кришной, о любых явлениях. Они всегда думают о том, как это связано с Шри Кришной. Та шлока, с которой начал, она очень важна. И Шрила Санатан Госвами Пад
по желанию Верховного Господа Шримана Махапрабху. Он написал одну книгу Хари Бхакти Виласа. Еще есть как называется, Гопал Бхатта Госвами написано было. А Гопал Санатана Госвами, он написал эту же книгу в гораздо более развернутом виде. Называется Хари Бхакти Виласа, и там все особенности баджана, какие-то проблемы возникающие. Вот, например, меня спрашивают сегодня Экадаши или завтра, вот уже второй-третий день меня спрашивают, а если мы не знаем, как можем ответить, а в Хари Бхакти Виласе все это описано. Ну и не только эти вещи, но и все остальные. И Санатана Госвами все дают научное решение всех этих проблем. И вот вы помните шлоку, с которой я начал говорить, вот эта шлока. Садгуру, Татва Видгуру, он может решить любые проблемы, какие у нас возникают в нашей жизни относительно нашего баджана. Даже Шрила Прабхупад говорит, мой Гурупад Падма, внешне можно увидеть, что он не образован, не учен, но верите вы мне или нет, он может решить любую проблему, которая возникает в этих 14 мирах. Он может решить эту проблему безупречно. Не просто помочь, а решить полностью. Безупречно. То есть решите полностью. Flawless на английском. Значение этого слова таково, что согласно Бхагавататтве Вигьяне, он может найти идеальное решение. На самом деле, без гуру и вайшнавов в читании Чайтамрите уже сказано. Коренная причина Кришна Бхакти – это садусанга. Не только это. И после того, как вы обрели садусангу, после того, как мы обрели бхакти, ваша бхакти, когда увеличивается, но и садусанга на всех путях, на всех стадиях бхакти, она очень важна. Это главный катализатор. Не просто сухая философия. Садусанга – это не какая-то сухая философия. Кришнадас Кавирадж Госвами не говорит о какой-то сухой философии. Наша Гурварга тоже, они дают живые примеры. Они говорят только то, что они осознали в своей собственной жизни. И вот Шрила Прабхупад предупреждает нас, поскольку в читании Чайтамрите говорится, избегание асад-санги – это главное на пути нашего Бхагаван-бхаджана. Что ж, асад-санга тьяг и вайшнавачар. И вот что значит асад-санга и что значит асад-санга? Это очень тяжело понять. Практически невозможно понять, если есть какое-то слово. После этого я хочу его использовать. Очень тонкая грань между ними. Может, вы сделаете одно, кто-то делает то же самое. Ваше умонастроение может быть чуть
чуть-чуть отличаться, но ваши действия будут бхакти, а его действия не бхакти. А внешне это будет выглядеть абсолютно одинаково. И вот это очень тонкое суждение, тонкая грань между сатсангой и асатсангой. И вот как же измерить, где такой мет... То есть чем измерить, что такое сатсанга, что такое асатсанга? Есть несколько признаков, например, день за днем у нас увеличивается любовь, вера в гуру и вайшнавов. Вот как в этой шлоке Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, он просит Верховного Господа, чтобы каждую часть секунды он, его вера, его любовь к гуру и вайшнавам, она увеличивалась. Шрила Бхактивинода Тхакура просит только этого. И вот согласно нашим моим действиям, я могу скитаться по 14 мирам, я не прошу меня освободить от этого, я сам буду страдать от результатов своей кармы, но рожусь ли я в теле животного, либо в теле птицы, это не столь важно, но главное, чтобы бхакти было в моем сердце, как в Ритрасах, он был в теле демона, но очень тонкие суждения насчет Вритрасуры. Мы можем обсуждать Бхагаватам всю жизнь, но до тех пор, пока мы не получим милость Гуру Вайшнавов, мы не можем осознать то, что там описывается. Если я спрошу какие-то вопросы у вас, например, Вритрасур, совершил ли он какие-то оскорбления, но Вишванат Чакравати в комментариях он пишет, что он не совершил оскорблений, он что-то похожее на аппаратху совершил, но не аппаратху, поскольку если бы он совершил аппаратху, то его истинное я, его сознание, оно было бы замутнено, но это, ну, в случае с Вритрасуром мы не видим этого, хотя он демон, но он пребывает в полнейшем сознании. И вот если Вритрасур совершил какое-то оскорбление лотосным стопам Махадева Шанкара, согласно нашему суждению, то как это возможно тогда для Вритрасура, чтобы бхакти у него не только сохранилась, а еще и увеличилась? И это значит, что он не совершил оскорбления, а может сделать что-то похожее, но это не было оскорблением. Главное последствие апаратхи, то, что мы будем деградировать. Эти аппаратхи, они покроют наше сознание. Но Вритрасур, смотрите, он только родился в теле демона, но его сознание, оно нисколько не деградировало. Он на поле боя даже давал такие прекрасные советы Индре. Индра был восхищен. Заметьте, это было на поле боя, когда уже ему отрубили руки. Он все равно говорил Бхагаваттатва Вигьяна. Индра был очень восхищен. Он был очень удивлен, как это возможно. Ты демон. Как ты говоришь Бхагаваттатву Вигьяна? И это главное. Бхакти настолько важно. Без бхакти мы умрем. Мы должны осознать день за днем то, что я говорю о сатсанга тяка и вайшнавачар. Мы это поняли, но что такое сатсанга и асатсанга, как это осознать? Это главное. Я могу вам дать указание,
Если ваше сознание увеличивается, то будьте уверены, вы совершаете сатсангу, если вы теряете ваше сознание, осознание, то тогда вы совершаете асатсангу. Разница между сатсангой и асатсангой, она очень тонка. Но я уже сказал вам то, что если день за днем мы увеличиваем наше осознание, то тогда будьте уверены, вы на правильном пути. Вы получаете не желтый сигнал, а зеленый сигнал, зеленый свет. Но одно важное «но», то, что хотел сказать Шрила Прабхупад, то есть отказаться от асатсанги – это хорошо. Отказались, достигли успеха в отказе от асатсанги. И что дальше? Например, мы стали успешными в отказе от асатсанги. И что дальше? Шрила Прабхупад говорит дальше. И какова наша дальнейшая цель, если после того, как мы избегаем асатсанги, но не совершаем никакого бхакти и никакой сатсанги, то мы станем майявади. Это очень научно. Хорошо, я верю, что мы избавились от сатсанги, достигли успеха, но после этого какова наша цель? Шрила Прабхупад спрашивает, что если после того, как вы избавились от сатсанги, если вы не получаете сатсанги, это опять опасно. И вот асатсанга тья и сатсанга одновременно мы должны делать это, отказ, избегать асатсанги и принимать сатсангу. То есть мы это одновременно должны делать, а не так, что в прошлом году мы оставили асатсангу, а в следующем приняли сатсангу только. Иначе майявади, они тоже пытаются доказать, что они избегают асатсанги. Майявади саньяси, они более отречены, чем мы. Мы даже не можем с ними сравниваться в их отречении, но толку от него нету. Как я могу пример привести? Горкишвардас Бабаджи Махарадж, он, у него была естественная непривязанность. Анатра значит то, что не связано с Кришной. То есть мы должны быть, он. И вот Горкишвардас Бабаджи Махарадж, Шрила Прабхупад говорил о нем, что он развил совершенную непривязанность, совершенное отречение, как Рагхунатх Дас Госвами. Шрила Прабхупад объявил это на Харикатхе, что мой Гурупад Падма, Шрила Горкишвардас Бабаджи Махарадж, он полностью отречен. У него такое же отречение, как у Рагхунатха Даса Госвами. Шрила Прабхупад сказал, что у него такая же вайрагья. Она явилась в жизни его Гурудева не на процент меньше, а именно такая же вайрагья, такое же отречение. И вот Baba, false Baba, in Vrindavan or Sadhu, they call me Baba, not Maharaj. I'm very sorry. Guru Maharaj used to call my Baba. И вот Гурудев меня называл Баба, а не Махарадж. И вот во Вриндаване меня тоже зовут Баба. И вот однажды какой-то Баба, человек какой-то хотел сравниться с Горкишвардас Бабаджи Махараджем, он тоже построил там какую-то хижину, тоже пытался баджан как-то совершать, и вот он пытался соревноваться с Горкишвардас Бабаджи Махараджем, он
хотел, он объявил всем, что он более отреченный, чем Горки Шардас Бабаджи Махарадж. Он принимал, он пил воду из скелета, из этого, из черепа. А Горки Шардас Бабаджи Махарадж пил из этих кокосовой скорлупы. И в итоге потом этот конкурент, он, ему это надоело, и он куда-то пропал. И вот главное то, что принять сатсангу и отказаться от асатсанги, это должно быть одновременно джугапат на санскрите. Иначе мы можем стать майавади или, так, или каким-то псевдопреданным. И вот сатсанга тьяка и вайшнавачара хорошо, но главное то, что если майавади говорят, что я более отречен, чем ты, хорошо. Но Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакура, они говорят, Кешава Госвами Махарадж, майавади, они могут пытаются доказать, что они более отречены, чем мы. Но наша Гурварга, Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они говорят, что их отречение, оно не совершенно в уме, они могут совершать йошицангу. Джошицангу. Джошицанга значит, это есть камини джошит, канчан, пратиштха, джошит. И вот Шрила Прабхупада говорит, что не совершают джошицангу. Материалисты думают, что джошицанга – это общение мужчины и женщины, стремление к богатству и к славе, но есть более глубокое значение. Йошит – значит любой объект, который есть объект нашего наслаждения, как пратиштха, слава. Даже если мы отреклись от женщин, от богатства, но от славы очень тяжело отречься. Это последний пинок Майи. Это называется пратиштха, это слава, стремление к славе, к почестям. Если вы стали успешными в этом, то это очень хорошо, но вот в этой шлоке говорится канака камини, богатство женщины, пратиштха, уважение, почтение. Если оно полностью ушло из вашей жизни, то тогда вы чистый вайшнав. И вот вы подумаете, на какой уровень мы должны возвыситься и где мы сейчас находимся. Всегда и везде мы должны думать снова и снова, в каком положении мы находимся и куда мы должны зайти, куда мы должны попасть, и тогда мы получим вдохновение, если мы совершаем сатсангу. И вот Крипасинду значит океан милости. Ocean of mercy, not any limit. At this mercy. Не Крипасинду значит немножко милости, а океан милости. Как какой-то богатый человек может нам как-то помочь, но его милость, она ограничена. Кто-то болеет чем-то, кто-то может нас бесплатно вылечить или оказать какие-то дорогие услуги по лечению или еще почему-то, это тоже милость. Но милость, которую оказывают нам чистые гуру вайшнавы, она не сравнится ни с чем. Крипасинду. Крипасинту значит океан милости.
И Сусампурна значит, нет никакого неудовлетворения в сердце чистых гуру и вайшнавов. Невозможно найти никакого неудовлетворения в их сердце. Например, Мадхавендра Пурипад, если он плачет о чем-то, но он плачет для Кришны. Не может быть никакого неудовлетворения гуру вайшнава, они полностью самодостаточны. Они проливают милость на всех, даже на демонов, которые хотят убить их. Они молятся Верховному Господу о их благе. Как Харидас Такур, он был избит на 22 базарных площадях этим мусульманским правителем, но все же Харидас Такур сказал: «О Господь, спаси их, они не знают, что делают». И Прохлад Махарадж также. Они не знают, какое их настоящее благо, то, к чему нужно стремиться. Мы всегда заинтересованы в том, чтобы узнать нашу настоящую потребность, нашу настоящую нужду. Но Прохлад Махарадж говорит, Сварадхагатим, что значит, это такое, то, что нужно нашему истинному Я. И невежественные люди, они не знают, что им нужно на самом деле. Те демоны, они не знают, что Вишну – это цель всей нашей жизни. Они не знают об этом. Ашай значит надежда. Мы After marriage, he is in dream thinking, my husband can do the wife can do this. This one kind of dream. We are actually in dreamland. We are now in dreamland, not actual, false dreamland, which can ultimately cheat us. Mahate vidu swartha gati nivishun dura asaya je bahirarthaman. Dura asaya me they have some hope, asaya. У нас есть какие-то надежды, которые подобны нам. И вот обусловленные души, они ищут решения, ищут какие-то вещи снаружи. Но потребности их души они не ищут. И вот суть в том, Крипасинду Сусампурна. Я объяснил эти слова. Следующее, любой объект, который занимает место в этом материальном мире, у него есть существование. Сатья на санскрите. Любой объект, у него есть, у него есть какое-то существование, он занимает место и прочее. И вот. Я знаю, некоторых вайшнавов, они совершают баджан. Они иногда погружены в баджан, а
И вот и вот такие возвышенные вайшнавы, они сначала просят накормить других, прежде чем есть самим. Сидда Махатма, когда они смотрят на что-либо, они видят, что этот Атма Васимидам Сарвам, вот в этой, они видят то, что описывается в этой шлоке. Они видят всех живых существ. Also in tree and keeper, your body itself one kind of brahmanda. Даже наше тело, оно подобно брахманде. You see, you cannot count how many tissue body cell is. Мы не можем, посчитать, сколько клеток в нашем теле. Если я спрошу вас, сколько у вас клеток в вашем теле, кто-то может сосчитать, и в каждой клетке нашего тела, и она состоит из каких-то веществ, и их тоже невозможно перечислить. Всякие молекулы, атомы и прочее. И все они являются признаки жизни, и таким образом наше тело, оно подобно брахманде. И через наше тело в нем живут миллионы живых существ. И вот мы должны думать об этой татве снова и снова. Мы должны увеличивать наше осознание. Something for them, so that they can increase their consciousness. That is called actually kripa. That is called actual kripa. If you can, и вот если мы, что значит милость? Милость значит, что мы помогаем кому-то увеличить его сознание, осознание. Неважно, кому, нашим детям или жене, или еще кому-то. Это есть милость крипа. Тот, кто не может спасти нас, он не достоин называться мастером, господином, Прабху или еще то есть тот, кто может спасти нас, тот, кто может помочь нам развить наше сознание, тот есть Прабху, наш, наш гуру. И вот последние слова в этой шлоке «Нисприха» значит, что нет никаких желаний. И «Бхакти-сиддхи» мин «Сарватаха-сиддхи» is totally siddha. «Сарватаха-сиддхи» мин «Бхакти-сиддхи». If «Джок-сиддхи» is there, then you are not «Сарватаха-сиддхи». Follow. This «Сарватаха-сиддхи» in any angle, from any angle if you look, you can find your siddha.
It is only possible when is bhakti siddha. If yog siddha, gyan siddha, then this word you cannot use. That's sarvatah siddha. Sarvatah siddha, this word only is applicable for a pure Vishnu. Sarvatah siddha. Sarvatah siddha. Or sarvo samsaya samshetta. Если у нас есть какие-то сомнения в нашей жизни, Гурудев, он может их развеять. Но одно, но Джива Госвами Пад дает нам предупреждение. Вот в этой шлоке Джива Госвами Пад дает нам идею о... Шабде паречали шнатам. Шабде мин анандапарам кила сабда састрам. Сабда састра мин шабда састра значит океан авторитетных писаний. И наш Гурдев, он должен быть сведущий во всех этих писаниях шабда састры. И вот это зовется таким термином. И вот будьте внимательны, у нас должна быть огромная любовь, склонность к служению. То, что мой Гурудев может дать нам, вложить в наше сердце. Что наш Гурудев может вложить в наше сердце, это чувство севы, чувство служения Шрила Пури Госвами Махарадж может вложить это чувство севы, чувство служения в наше сердце, если мы преданы Ему. А если мы не предались, то кто же может вложить это чувство севы в наше сердце, если мы, как Рамачандракхан, развели какие-то оскорбления? Он был перед самим Мадхавендра Пури. Мадхавендра Пури Пат, он был подобен Калпавриксе на Вайкунтхе, но все же он не смог достичь никакого успеха в баджане. И вот этот Рамачандра Кхан, он давал советы своему Гурудеву, чтобы он, и Гурудев разгневался на него и выгнал. И вот он сказал, что если буду оставлять тело и буду видеть тебя, то я не смогу обрести лотосные стопы Шри Кришны, поэтому уйди, уходи. И вот смотрите, Рамачандра Кхан даже перед Мадхавендра Пури, который зовется колонной Гаудия Баджана, но все же Рамачандра Пури не мог обрести благо, понимаете? Хотя Ишвара Пури Пада, он получил полную его милость. Он служил Гурудеву, ухаживал за ним. Can you understand that the urine and stool of Vaishnava is prakita? You can. И вот он ухаживал за Гурудевом в пожилом возрасте, и у него не было никакого отвращения. Он знал, что Гурудев трансцендентен, и все, что связано с ним, тоже трансцендентно. И говорится в Бхагаватам, что Ришабха Дев, когда он испражнялся, то его испражнения, они имели аромат чандана. И Дататрея, тоже такое было с ним. И смотрите, какова слава вайшнавов. И многие люди гневаются на меня, если я говорю так. Это научно, но не все это принимают в Гаудия. В истории Гаудия Баджана можно найти, что те, кто служат чистым гуру вайшнавам, если не полностью, то
более 98% таких преданных впоследствии падают, поскольку они так или иначе развивают какие-то материальные представления. Это единственный путь возвыситься в баджане, это служить чистым Гуру Вайшнавам. И единственный и самый простой путь попасть в ад, деградировать, это также служить Гуру Вайшнавам. Это то же самое. Гуру Вайшнава Сева может возвысить нас до любой самой высокой точки и опустить нас также в любое положение. Это зависит от одна и та же Гуру Вайшнава Сева. Она может нас помочь нам достичь Галоки и также пасть поможет. Если у нас есть какие-то материальные представления о Гуру Вайшнава, Гуру и Вайшнавах. И вот Ишвар Пурипат, у него было трансцендентное видение, и он служил Гурудеву, не имел ни малейшего материального представления о нем, и поэтому он смог получить все сокровища от своего Гурудева. Вы слышали эти слова? Преданные в Кришна-бхакте, в преданном все качества Кришны, они являются, и также в Гуру-бхакте, в преданном Гуру, являются все качества Гурудева. Вот в Гуру-бхакте, в преданном, полностью посвятившем себя своему Гурудеву, все качества Гурудева, они являются. Вот в этой шлоке это говорится, я раньше объяснял это также. Если у нас есть огромная любовь к Гурудеву, огромная преданность, мы, и, несомненно, все качества, они явятся у нас. Шрила Прабхупад говорит, те, кто следует Шриле Бхактивинода Такуру, те, кто следует Бхактивинода Дарье совершенным образом, я на день явления или ухода Бхактивинода Такура более подробно буду говорить об этом. И вот Шрила Прабхупад говорит, если я буду следовать Бхактивинода Дарье, и тогда если я не буду следовать Бхактивинода Дарье, есть две. То есть я, два пути. Это путь, указанный Шрилой Бхактивинода Такуром, и путь Майи. И вот если мы следуем Бхактивинода Дарье, то мы можем обсуждать вот эту шлоку, Аная Радхитананам. То есть тот, так, кто служил Кришне совершенным образом. Но если мы наоборот делаем Бхактивинода Дарье, то какое чувство мы можем развить? Наоборот, обратное чувство. Я хочу сказать так много, но времени мало. Сегодня я хочу сказать что-то о славе Бхарати Махараджа, но сейчас я сказал предваряющие вещи, чтобы... То есть я сейчас говорил о предваряющих вещах, о Гуру-таттве, чтобы мы смогли лучше понять славу Бхакти-вигьяна Бхарати Махараджа. Какое настроение у него было, Шрила Бхактидайта Мата Госвами Махарадж говорил так много раз, что Наротам Брахмачари, он идеальный брахмачари. В этот век Кали мы не можем найти такого идеального брахмачари. Это очень редко, как Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж, Бхагават Махарадж. Но Мадхава Госвами Махарадж очень часто говорил так.
что Наротама Брахмачари, он идеальный Брахмачари. Можно надеяться то есть любая сиддханта, какая, то есть он может решить любые вопросы. Он очень способен. Он буквально гений, я могу сказать. Так, во всем обществе Шрила Бхакти Виген Бхарати Махарадж, он был гением. Он мог вспомнить, что случилось 50 лет назад, очень ясно. И вот он запросто вспоминал события 50-летней давности, что где, когда, с кем случилось, в какое конкретное время. То есть у него была великолепная память. И вот суть в том, что мы должны изучить Бхагавад-дарму Вигьян, Бхагавад-татва Вигьян от него, он сама осознавшая себя душа. И как служить Гурудеву? Это идеализм, он показал нам идеальный пример, как служить Гурудеву, мы должны следовать ему и смотреть, как он служил своему Гурудеву. Вот в этой шлоке говорится: это очень важная шлока, мы должны помнить ее всегда. И вот что это значит? Даже у нас, если будет степень мастера санскрита, то не факт, что мы пойдем, поймем эту шлоку. Мы должны достичь уровня осознавшей себя души, тогда мы сможем полностью осознать значение этой шлоки. Вот Вишвана Чакравати Пад объясняет, что Кришна, нет разницы между Кришной и его частями тела. Кришна может любой частью тела делать что угодно. И вот концепция этого такова, что Гурудев, он Бхагават-таттва-вид, он может дать нам Кришну. Если мы следуем Гурудеву и полностью осознаем это, то в итоге Гурудев может даровать нам Кришну. Мы должны вот петь вот этот киртан, который написан Шрила Бхактивинода Такурой. Бхактивинода Такуром. То есть Гурудев, он может дать нам Кришну, самого Шри Кришну. И Гурудев также может дать нам виграху, которая не отлична от Шри Кришна, божества Шри Кришна, но не отлична онтологически от Шри Кришна. И в Чайтанья Чаритамрите говорится об этом. Мы узнали от Гурумарги. Вот в этой шлоке говорится, что там приводится пример одной лилы, что божества говорили с кем-то. И этот предмет сказал, что если вы можете говорить, то вы ходить можете, соответственно, поэтому пойдемте из Вриндавана в Пури. Ну, ты божества сказали, что вы, ты когда слышишь, что божества ходят, а он сказал, что ну, если говорят, то и ходят наверняка. И Кришне пришлось идти.
rice you have to cook daily. Don't move behind. You can only hear the leg ring. No. Fire. Only sound you can understand and move. И вот Кришна поставил условие, что если он пойдет, нельзя на него смотреть, а нужно идти и не оборачиваться, ну и кормить его килограммом риса каждый день. У нас должна быть огромная вера в том, что Божество, оно не отлично от Кришны. Шрила Прабхупад дает нам такое сиданту, что в тот день, когда вы осознаете это, вот эту шлоку, когда вы осознаете, что ваш Гурудев не отличен от самого Шри Кришны, вы видите Гурудева внутри Кришны, и тогда вы достигнете наивысшего успеха в вашей жизни. Шрила Прабхупад говорит, в тот день, когда вы осознаете, когда вы почувствуете, когда вы увидите, что ваш Гурудев не отличен от Шри Кришны, что он внутри Гуранги Махапрабху находится, в Шри Кришне, тогда вы достигнете наивысшего успеха в вашей жизни. Вы все осознаете, вы обретете все. И мы должны ждать этого дня. Мы должны слушать Харикатху снова и снова, пытаться понять. Не так, что мы уже услышали, а еще кто-то должен слышать. Нет, мы должны слушать и пытаться понять. И поэтому говорится, что Кришна перед Удав Махараджем, кто наивысший ачарья Кришна. Кришна, он, Удав, он настаивал на том, чтобы Кришна забрал его, а Кришна говорит, что если ты любишь меня, ты должен исполнить мои указания, ты должен находиться в этом материальном мире, как ачарья, как гуру. Кто может давать наставления людям, поэтому ты оставайся здесь. Хануман тоже просил Рамачанду, чтобы он забрал его с собой, но Рамачанду сказал, что ты должен оставаться здесь и быть ачарьей, показывать, что такое Рам-бхакти. Ты должен действовать как ачарья, поскольку ачарья — это очень редкое явление, чистой ачарьи. Это очень и очень редкий фактор. И поэтому Кришна Бхагаван говорит Удава Махараджа. Вы должны узнать все о Бхагавататва Вигьян. Вы должны изучать это. От кого изучать? От гуру. Тот, в чем сердце находится Кришна. Кришна, он вот как говорится в этом киртане, написанном Шрила Бхактивинода Такуром, что у сердца Вайшнава находится Кришна, и Вайшнав, он может дать нам Кришну. Кришна Сетумар. И вот этот киртан, он тождественен. Вот это шлоки Сакшатхари, 12 Самаста Шастра. И вот так, и еще просто слушать и запоминать мало. Нужно еще совершать служение. Кришна Баларам, они, как Кришна, так и Баларам, они сами служили Сандипани Муни, их гуру. И Сандипани Муни благословил Кришну и Баларама, что вы будете помнить все учение, все веды и веданту. Любое, что вы захотите вспомнить, вы сразу вспомните. Это благословение Сандипани Муни.
и Сандипани Муни благословил самого Шри Кришну. Разве это возможно? Да, по воле Кришны все возможно. На поле бхакти все возможно. Кто-то критикует Дурвасу Муни, что он очень гневается всегда. Если какой-то гневный человек, то мы часто сравниваем его с Дурвасой, но гневность и критика, но мы не знаем татву, стоящую за Дурваса Муни. И вот эта татва такова, что он часть Махадева. А многие видят, что он просто всегда гневается. Но как это возможно, что Дурваса благословил саму Радхарани? А Радхарани благословляет Кришну. Это ее способность, а тут какой-то Дурваса благословил Радхарани. Как это возможно? Это поле бхакти, и на нем все возможно. What Nimbarkacharya speaking, what Ramanujacharya speaking, follow, I to realize. And ultimately, what do you mean by Achintya Veda Vetattva? И вот что значит Ачинтья Веда Абхидда Таттва? Это благословление Шри Чайтанья Махапрабху. Я могу более развернуто сказать, что если вы увидите, что Джива Госвами Пад, он утвердил Сиддханту, и Рамануджа Ачарья, он уже тоже утвердил свое учение, а Джива Госвами Пад другое. Но мы не можем говорить, что Джива Госвами Пад, он нарушает Сиддханту Рамануджа Ачарьи, совершает оскорбление. Нет, мы не можем так сказать. Хотя обусловленная душа какое-то новое учение придумает, это оскорбление будет с ее стороны. Но и вот Джива Госвами Пад, он не совершил никакого оскорбления, утвердив свою Сиддханту. Но смотрите, Бхагаваттва Вигьяна, она находится на таком уровне, что если смотреть на нее с разных сторон, можно извлекать различные значения. Иначе это как возможно, что есть один Бхагаватам, но 18 различных авторитетных комментариев, что Виджая Рагав говорит, Мадхвачарья говорит. И вот если 8 Валапачарьи и прочие, все 18 комментариев, они все авторитетны. Это единственное решение. Если, например, мы какой-то бриллиант поместим здесь посередине, то если мы... Кто-то смотрит на него с одной стороны, он видится зеленым, если с другой стороны синим, если с третьим другого цвета, с четвертой стороны желтый и прочее. То есть с разных сторон он выглядит по-разному, но это один и тот же бриллиант, и никто не врет. И этот бриллиант из-за отражения света под различными углами мы видим различные цвета. И Джива Госвами Пад, он не совершил никакого оскорбления лотосным стопам Рамануджачарьи. Рамануджачарьи говорил о Вишишта Адвайтаваде. Шанкарачарья говорил о другом, о Двайтаваде, кто-то о Шуддха Двайтаваде. И таким образом различные ачарьи говорят со своей точки зрения, и все они говорят совершенно согласно их положению, они говорят истину. Они смотрят на эту абсолютную истину с каждой со своей стороны. Но Шри Чайтанья Махапрабху,
Он дал нам идеальное решение, которое приводит все в гармонию. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху привел с помощью Ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы, он привел это все в абсолютную гармонию. Шакти-таттву он принял от Рамануджачари, что-то еще от кого-то. И таким образом Шри Чайтанья Махапрабху гармонизировал все это. И вот Шрила Бхактивиджан Бхарати Махарадж, мы видели, как он служил Гуру и Вайшнавам. И любые вопросы, любая сиддханта, то, что спрашивали у него, он всегда отвечал совершенным образом. И я забыл ответить вам на один вопрос. Вот эту шлоку, последние слова, я забыл объяснить. Я собирался объяснить, но вот не до конца объяснил. И вот Джива Госвами Пад говорит, если ваш Гурудев не имеет таких качеств, only he is having bhakti, pure bhakti. He cannot give example from Vedanta, this is not possible. Например, у вашего Гурудева есть просто бхакти, но пример из Веданты не может вам привести. Если вы спрашиваете что-то, Гурудев может вам ответить, но ответить так, что вы можете... То есть он может дать правильный ответ, но вы можете его не понять. И Джива Госвами Пад говорит, что будьте внимательны насчет этого. Он дает нам предупреждение, если ваш Гурудев имеет эти два качества из трех, то тогда он не сможет решить ваши проблемы, вы можете начать сомневаться, и это будет причиной вашего падения. То есть, если Гурудев не может привести пример из шастры, может, он какое-то решение приводит, но не прямое свидетельство из Писания. Но это возможно для Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Шрила Прабхупад может найти, что все в горке Шродас Бабати Махараджи, и нету, у него нет никакого недостатка в его даршане. В предыдущий день я говорил, Шрила Прабхупад говорил, когда бы я не смотрел на Шрилу Бхактивиджан Такура, я вижу Радхарани внутри его. Шрила Прабхупад говорил, когда бы я не смотрел на Шрилу Бхактивиджан Такура, я вижу, что Радхарани присутствует в нем, и это зовется даршаном. Мы должны возвыситься до этого уровня, пытаться снова и снова совершать наджбаджан. Шрила Бхактивиджан Бхарати Махарадж, он подобен мильному камню, подобен указателю на нашем пути баджана. Мой Гурудев говорил, если уйду из этого материального мира, если какие-то проблемы возникают, какие-то вопросы хотите спросить, а меня нету, можете пойти и спросить Бхактивиджана Бхарати Махараджа. И вот Шрила Бхарати Махарадж, он знает мое сердце. Гуру Махарадж говорил мне так. Настолько вот так он уважал Шрилу Бхарати Махараджа. Все время. Он был гением во всем в вайшнавском обществе. Он совершал такую голос, великолепную голос его. Я не могу за всю жизнь сделать то, что он сделал. Такое служение с телом, умом, речью, все время, всегда совершал служение.
Бхактивиген Бхарати Махарадж без устали служил Гурудеву всю свою жизнь. И мы должны следовать ему. Если мы сможем следовать ему, то вы, несомненно, достигнете успеха. И также я вынужден сказать то, что по указанию Гуру Вайшнавов я написал так много протестных статей насчет какой-либо седанты и прочего, и когда бы я бы не писал что-либо, я нес ему на проверку. Махарадж слушал это и был очень рад, буквально танцевал. Я сидя на Вьясасане, говорю, он ни слова не менял в том, что я написал. Он говорит, что великолепно, публикуй, никто не сможет принести никакого вреда тебе, поскольку очень были такие, очень такие прямые статьи. И Гуру Махарадж уже ушел в то время, когда я начал писать все эти протестные статьи. Бхарати Махарадж только был. И даже когда я написал одну книгу «Бхакти Прамод Вани Вайбав», и в то время Гуру Махарадж написал множество статей, и я хотел их все собрать и систематизировать по Самбандхе, Абхиде и Прайоджане. И вот Гурудев, это то, что написал, я хотел это все собрать, систематизировать и опубликовать. Но сначала я это все читал, думал, что относится к Самбандхе, что к Прайоджане и что к Абхидее. Я разделял, но все же в некоторых сомневался. И не было никаких учеников Бхарати Махараджа. И когда я приходил, всегда Бхарати Махарадж был доступен. И вот я читал ему, и спрашивал, куда это отнести, к Самбандхе или к Абхидее. Махарадж говорил мне, куда, вот какую статью отнести. И таким образом я разделил все, потом согласно вот эти Самбандхе, Абхиде и Прайоджане я опубликовал книгу «Бхакти Прамод Вани Вайбав». Только Бхарати Махарадж, когда по указанию Гуру Вайшнавов Нарайан Махарадж был инчарджем читания Гауди Матха, Бхакти Ракшак Нарайан Махарадж, они дали мне указание написать протестную статью на какую-то тему, и по милости Гуру Вайшнавов я был вынужден написать, и я опубликовал это. И только Бхарати Махарадж кто-то меня критиковал, что никакой баджан не совершаю, только статьи пишу. Но Бхарати Махарадж никогда такого не говорил. Бхарати Махарадж, он дал мне энергию, дал мне силу, он вдохновлял меня писать дальше. Я, сидя на Вьясасане, я говорю, на Гавардхане давно достаточно. Бхарати Махарадж говорил, что он сказал мне, что это обязанность великого Ачарьи. Я удивляюсь, как это Кришна хочет, чтобы ты исполнял это служение. Это обязанность великого Ачарьи. И только Бхарати Махарадж, он сказал, объявил перед большой аудиторией, он сказал на Харикатхе, на месте явления Шрилы Прабхупады в Пури, я не был там, к сожалению, мне какие-то саньяси, которые присутствовали там, они сказали, что Шьям Баба, он опубликовал какие-то протестные статьи, мы должны изучать их, исследовать. А кто-то говорит, что не следует читать то, что я пишу.
Но Бхарати Махарадж, он давал огромный приоритет статьям, которые написал Бабаджи Махарадж. Он говорил, что если мы будем читать их, то мы обретем бхакти. Шрила Прабхупад говорил, что если гуру Вайшнавы оскорблены кем-то, если ваш гуру кем-то оскорблен, то ваша обязанность ответить должным образом. Иначе вы потеряете ваше бхакти. Гневаться на каких-то оскорбителей и прочее, когда кто-то оскорбляет нашего Гурудева, если мы не гневаемся на него, не отвечаем должным образом, то это значит, что у нас нет бхакти. Шрила Прабхупад говорит так, поскольку если у нас есть какая-то связь с нашим Гурудевом, то мы должны защищать его. Сати тоже говорит так, когда Шиву оскорбил Дакша, то Сати сказала, что кто ты, оскорбитель Шивы, я не хочу иметь никакой связи с тобой. И поскольку мое тело произошло от тебя, я хочу оставить свое тело. И вот если вы не будем гневаться на тогда, когда кто-то оскорбляет нашего Гурудева или Вайшнава, то значит, что у нас нет бхакти. Народ там такого пишет в киртанах, как используют кротху. Гнев мы можем занять их в служении, если будем гневаться против демонов, которые против гуру и вайшнава. Асакти. Асакти, точнее. Мы должны проявлять в даме. Мы должны хотеть находиться рядом с гуру вайшнавами, слушать харикатху. Это позитивное качество. Если мы используем гнев не по назначению, то это станет результатом нашего падения. И Нарутама Такур в своих киртанах описывает, как нужно занять все качества в служении. В жизни Бхактивиген Бхарати Махараджа, за всю свою жизнь я не видел, что Бхактивиген Бхарати Махарадж являл какой-то тама или раджагуну. Его жизнь была безупречна. Я громко говорю, Бхактивиген Бхарати Махарадж, его жизнь безупречна. Никто не может найти никакого примера, когда Бхарати Махарадж совершил какую-то ошибку. Его характер безупречен. И вот Махарадж говорил, я был на пути Шаутапанхи. И поэтому вы так много Таттва Сиддханты можете получить от меня. Вы думаете, я изучал много книг? Нет. Бхарати Махараджи говорил, Бхарати Махараджи, вы думаете, что я изучал много книг? Нет, я всегда был занят в служении Гуру Вайшнавам. Нет, я просто слушал от Гуру Вайшнавов. Шраутапанта. И по милости Гуру Вайшнав у меня появилась такая способность принять и осознать это. Вот я помню то, что я помнил, слушал 50 лет назад от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Шрилы Бхакти Виданты Вамана Госвами Махараджа. Но его знание, оно стало совершенным. И Бхарати Махарадж говорил, что у него не было времени читать книги, он всегда совершал служение. Гурудев всегда посылал меня туда или сюда.
всегда нужно было ездить, что-то совершать, какое-то служение. Я столько слушал Харикатху. И вот я думал о Гуру Вайшнавах, об их Сиддханте, слушал Харикатху, и Бхарати Махарадж говорил. И терпение Бхарати Махараджа, оно было не сравнимо ни с чем. Он никогда не печалился. Однажды на него кто-то напал, давно достаточно, не хочу об этом говорить, какая-то группа на него напала, но Бхарати Махарадж не гневался. С самого утра он пошел принять омовение, его комната была закрыта, он ждал, пока кто откроет, никого не... Не ругался, хотя почти весь день простоял в закрытой комнате, поскольку какие-то люди закрыли его комнату и ушли. There is where in Kumbh Mela, there is Allahabad. И вот во время Кумбха Мелы в Аллахабаде там. And there was one nice camp by whom our И вот Шрила Бхактида, это Мадхава Госвами Махарадж, он организовал там какую-то палатку, и было поздно. They got information, the authority got information. Authority means some bonded soul, the management authority means bonded soul. И вот они поздно слишком получили письмо от Шрилы Бхакти Вичараджа Джава Госвами Махараджа, что он приезжает на Кумбха Мелу на три дня. И вот эти люди разгневались, слишком поздно написали, места нету, раньше надо было, что приехали, где вам жить теперь? А Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж, когда услышал это, спросил, в чем проблема? Ну вот Бхакти Вичара Джаджавар Махарадж приезжает. Вот, написал письмо, что приезжает, ну и что? Так, у меня места нет, где всего разместить. И Махарадж сказал, что успокойтесь, у меня место там есть, он у меня будет жить. Он моя гурвага, и поэтому я уступлю ему место. И мы очень удачливы, что Махарадж приехал сюда благословить нас, а вы гневаетесь. Ну, подумаешь, поздно приехал. И что такого в этом? Он будет совершать киртан, благодаря которому все обретут блага. Вы гневаетесь, я свое место ему отдам. И вот Бхарати Махарадж отдал это место на Джаджава Махараджу и сказал, что какие-то проблемы возникают, говорите, я все решу. И вот он сам жил где-то там снаружи, а Махарадж в его комнате, или палатка, или что-то у него было. И вот я хочу получить благословение от Шрилы Бхарати Махараджа, чтобы он благословил меня, и я мог находиться на пути преданности. Вы все, моя гурвага, вы защищаете меня от падения, вы смотрите на мой характер. И благодаря вам я нахожусь в безопасности. Вы даете мне возможность говорить Харикатху. И таким образом Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж, это моя гурварга. И вот когда я был в Чайтанья Гауди Матхи, только Бхарати Махарадж, он
он всегда на собраниях давал мне слово, говорил, чтобы я говорил Харикатху. И вот когда Бхарати Махарадж видел, что куда-то, где-то присутствую, он всегда вызывал меня говорить Харикатху. И вот таких вайшнавов я очень редко видел, и вот в день его явления я хочу попросить у него благословения. Но, и вот времени мало, но сейчас конец. Any question if you have, you can put. What question? The Maharaj, you're saying that either you can go up or you can go down. If you that road is very slippery, slippy. Gaudiya Bhajanure. И вот вопрос. Дорога Гаудия Баджана очень скользка. Нельзя находиться в одном месте. Но либо нужно пытаться взобраться наверх, либо будем скользить назад. Я уже сказал, зависит от, все от нашей сатсанги и асасанги. Не так не слушайте внимательно. Если кто-то действует как ачарья, то есть не факт, что он совершает сатсангу, понимаете? Это не свидетельство. И поэтому много раз я говорил о том, что до тех пор, пока мы не утвердились в Адвайте Антатве, хотя мы можем быть ачарьей, но мы не можем гарантировать, что мы можем, то, что мы не можем пасть. Нет никакой гарантии в этом. То, что я хочу сказать, если я объясню, это долгое время займет. Что такое Адвайте Антатва? Если я утвердился как ачарья, то точнее, если мы не утвердились в Адвайте Антатве, то что это значит? Это значит, куда бы мы ни смотрели, мы всегда видим Кришну. То и все в связи с Шри Кришной. И пока мы не утвердились на таком уровне, то вероятность падения, она есть. И через Харикатху мы должны пытаться найти ответ, почему так, что кто-то возвышается, становится ачарьей и потом падает. Поскольку они не понимают научной разницы между сатсангой и асатсангой. В тот день, когда мы и вот без милости гуру вайшнавов мы не можем получить такое совершенное видение. Пытайтесь совершать нам баджан. Повторяйте святыми, сидите на каком-то чистом святом месте и повторяйте харинам. Каждый полностью произносите каждое слово мантры, каждый слог. И есть Кришна мантра, я не могу вслух говорить. Санатан Госвами, он Пурашчаран делает, но нам это не нужно. А то есть его процедура баджана другая немного. Don't try to do Krishna mantra. If your heart is dirty, если ваше сердце не чисто, то если вы совершаете Кришна мантру, то ничего хорошего не будет. Нужно повторять харинам. Когда я был в Варшане, в Нандаграме, в Варшане, Сурья-Кунде, и вот на Варшане я был, и один преданный Шрилы Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджа, он
уважает меня очень сильно. Но сейчас он не с нами, к сожалению. Он был с Ганджама, там, где явился Бхакти Вайбав Пури Госвами Махарадж, он повторял Харинам. Ночью все спали, а он в 12 вставал и повторил Харинам. Громко. Если кто-то беспокоился, лучше уехать подальше, иначе вы совершите оскорбление. Ну, в смысле, тот, кто жил в этом храме, беспокоился, что кто-то там повторяет ночью Харинам. Вот он таким образом повторил Харинам. И вот так он оставил тело там. И вот, ну, каждый день до этого повторял святые имена таким образом. Я никогда не думал, что он Шишья Варга. Я думал, что он моя Гуру Варга. Если я жестко говорю, кто-то думает, что я ругаю кого-то, но нет, я говорю это для блага всех.